1 августа в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Звезда» прошел турнир по плаванию среди сотрудников всех служб и подразделений управления МВД по Невскому району. Эти соревнования стали отборочным этапом перед состязаниями городской спартакиады сотрудников правоохранительных органов. Из 40 полицейских предстояло выбрать 4 лучших пловцов, которые будут защищать честь Невского района. В Главном управлении внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится комплексная спартакиада по 10 видам спорта. В это число входят лыжные гонки, легкоатлетическая эстафета, гиревой спорт, рукопашный бой, дзюдо, самбо. И одним из видов спартакиады является плавание. Общеукрепляющий, развивающий вид спорта, поэтому всем сотрудникам он необходим. Стиль плавания участники могли выбрать любой, от классического кроля до баттерфляя. Главным критерием судейских оценок была скорость заплыва. Для мужчин дистанция составила 100 метров, для женщин – 50. Сотрудницы органов правопорядка справились с испытанием не хуже своих коллег. Так что представительницами прекрасного пола их назвать можно, а вот слабого – вряд ли. Нужны и важны, потому что вообще плавание – это универсальный вид спорта, который может заменить много чего. Конечно, важны, потому что многие сидят на одном месте на рабочем, то есть как бы у многих сидящая работа только, поэтому это очень было бы полезно чуть-чуть потренироваться, позаниматься спортом, чисто даже для здоровья, да и для себя, в общем-то. Для тех полицейских, кому ежедневно приходится иметь дело с преступниками, хорошая физическая форма является жизненно необходимой. Поэтому, несмотря на плотный рабочий график, сотрудники МВД стараются выкраивать время для тренировок, посещают спортивный зал, участвуют в командных играх. Турнир по плаванию для некоторых стал и поводом вспомнить былые спортивные рекорды. Как, например, для Даниила Бельтюкова, который занимается этим видом спорта с детства. Должность непосредственно связана с контактом с криминальным элементом, постоянное задержание ежедневное, погони бывают часто, поэтому физическую форму себя необходимо поддерживать. По возможности стараемся, ну не все сотрудники, но многие в тренажерные залы ходить и поддерживаем форму. Себя постоять надо, вас защитить. Через несколько дней лучшим пловцам-полицейским предстоит соревноваться со своими коллегами из других районов города. Стоит отметить, что сотрудники Невского управления МВД уже не раз успешно демонстрировали свою физическую подготовку в самых разных городских и районных состязаниях. Например, заняли 1-е место в празднике, посвященном столетию олимпийского движения в России. Так что Невский район вполне может рассчитывать еще на один победный кубок.